Это что, тварь? СЦП. 79 или 87, или как она там? Что делать? Оборачиваться нельзя, да? Капец, она гадостная. Какая-то мазута с глазами. Блин, а теперь я... Оно же явно сюда зашло, да? Ладно, я должен сюда зайти. Я должен перебороть страх. Вот так вот. Аве, вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это Continuously. В эту игру я давно намеревался поиграть, и вот недавно мне о ней напомнили. Я, конечно же, вспомнил, что откладывал ее, но я не вспомнил почему. Собственно, поэтому сейчас в нее и играем. Жмем единицу, и понеслась. Мы не успели начать, уже зависли или что? Ага, настроить звук. Так у меня звук на максимуме. 100%. И что еще? Наушники. В наушниках, конечно, а как без них? Давай, все, поехали. Хватит. Звук бьющегося стекла — это не то, что меня так уж сильно напугает. Это, кстати, хоррор. Должен быть такой прям очень хоррор. Да, благодарности, все дела. Это как-то долго начинается, как для игр на Unity. Там хоп, по щелочку пальцев раз, и все, понеслась. Угу. Разработчик Станислав Трушовский. Я надеюсь, я правильно прочел. О, понеслась. Это как-то у нас тут медленно-медленно мышка работает. Ну ладно. Будем с этим как-то мириться. В хоррорах, конечно, хочется более резвой мышки, но ладно. Ветродуй какой-то. Интересная лампа. От нее даже свет вроде как есть. Только лампочки там нету. Видимо, новая специальная технология какая-то особая. Мы вообще как-то не очень спешим куда-то, и я как бы не шифтовал, шифтовать не умею. Здесь. Не могу, точнее. Дверь. Абсолютно никаких признаков нету, почему бы она могла быть закрыта. Просто. Ладно, идем дальше. Мне это напоминает СЦП, там, где мы бродили по лестнице. Только там мы бродили вниз, тут мы бродим вверх. Мячичек. Ого! Ну что-то кто-то приклеил, что ли? Зацементировали? Осторожнее. Кстати, потолки здесь какие-то. Или у нас герой ниже среднего. Блин. Либо фиг знает. Опять первый? Это типа шутка такая? Опять этот... Лампу, значит, без лампы передвинули. Хорошо, пошли вверх. Ясно, continuously, прям название себя оправдывает. Уже. Мы так, я так понимаю, долго будем бродить, да? Нет? Пошли дальше. Не, судя по тому, сколько эта игрушка. Там такое. Такое впечатление, что это как бы то ли закат, то ли рассвет. Внизу как бы вроде как песок, сверху небо. Ё-моё, я все время забываю, надо здесь сбоку стоять. А то зашибет. Решил повторить, да? Этот прием. Выключением света. Даже лампу вроде как никто не передвигал. Максимум там на несколько сантиметров. Ну пока не страшно, да? Типа мы разогреваемся, но это нормально. Твою... Бэйба, открывай двери. Ты дотянешься? Ну, давай. По-моему, ползай. Так, главное, носом шморгает, как вот, как ежи. Ладно, хорошо. Сейчас и эта дверь хлопнет. А вы знаете, уже начало так именно чуть-чуть.
накалять. Здесь всегда будет свет вырубаться. Я так понимаю, что дальше третьего этажа мы здесь хрен зайдем. Что вам далась эта лампа? Закрой двери. Может, надо закрыть двери? Или может, надо в обратку идти? Слушайте, а может, я вот действительно зря? Как бы, может, надо в обраточку попробовать? А то это Алиса в Зазеркалье. А, ясно. Только вперед. Алга называется. В нашем лексиконе нету слова «назад». Есть только «мы разворачиваемся» и «алга». Так. Это самая интересная дверь просто. Что поделать? Тут еще какое-то предупреждение или что? А, эта дверь должна быть постоянно закрытой. Че, открывай. В смысле? Ну вот, прочел предупреждение. Она теперь действительно закрыта. И что делать? Надо взламывать как-то вторую дверь, да? Блин, что это застрял вообще? Ну? Пойду. Я не думал, что она так резко откроется. Что это такое вообще? Какая-то хреновня. Здесь темно, ребят. А у нас кукиш вместо фонаря. Так, ты закрой, я не знаю, за мной никто не зайдет. На всякий, пожалуй. Лампа, какая-то писулька. Наследие Слендера, блин. О! О! Я про него вспомнил, и вот он. Так. А чё так подсвечена эта бумага? Я вроде как без фонаря сейчас. Ну ладно. Молодая Анналия. Аннали или как-то так. Была жестоко убита. Ну, в общем, где-то между этими этажами, я так понимаю. А камера запечатлела, как она входит в комнату на втором этаже. Вот, кстати, в эту, наверное, да? И больше не выходит оттуда. Неизвестна ее причина смерти, но существует мнение, что... А, ее кто-то видел, кто-то черную фигуру в, типа в окне, которая сейчас заблокировали или замастырили чем-то. Ну ладно. В общем, доступ на лестничную клетку за это самое заблочен. Так просто не войдешь. А мы вот вошли на свою голову. Твою мать! Открывай давай! Слышишь? Что это? Нет, да? И что? Кто-то, блин, скребет, и что-то у меня над головой здесь... А, это ящики, так. А знаете, тут вот очень четко поработали над звуком. Я прям отчетливо слышу, с какой стороны оно шкребет. Советую вам тоже смотреть в наушниках, вот серьезно. Но здесь плачет труп этой Аннали. Ее что, из ее шкуры кресло пошили? Или как это вообще называется? Да тихо, ну что это? Кто стучится в дверь моя? Че, выходим? Как думаете? Я думаю, не стоит, но ладно. Ага, выходим. Да ну как это? Что такое? Все, я тут навсегда? Откройте дверь, твари. Послушали. Закрой. Закрой, закрой. Что это за фигня? Пробки от бутылки. А, это держали дверь закрытой. И что, мне куда? Вверх, вниз? Вверх, наверное, тут же всегда вверх. Я так понимаю. Уже кое-что интересное, да. Вообще-то я рассчитывал и орнуть. Немножечко так. Слегка. Все, дверь открыта. Ну, здорово.
О, музычка пошла, пианинка. Лампу угнали. Это, видимо, Бэйба угнала лампу. Да? Ну, а кто же еще? Верните лампу, твари! Я все прощу. Лампу не прощу. Это не та лампа. О, записка поменялась. Ха, теперь он узнает, что ты здесь. Помни, нельзя оборачиваться. Это ошибка, которую я допустила. Или допустил. Допустила, я так понимаю. Это же Анна Лина. Там высокое давление, непонятно. Так, а как я здесь не обернусь, если здесь... А, все, я не оборачиваюсь. Лампу вернули, спасибо, мне больше не надо. Я как бы это, пошутил. Скрип прям по... Не, я не оборачиваюсь, я не оборачиваюсь. Какая-то хрень была черная, но... Мы от нее убежали, да? Кто растянул лампу, а? Ладно, оборачиваться нельзя, я не буду смотреть назад. Мне очень хочется, вы даже не представляете себе. Я, кто видел большинство моих прохождений, там, где нельзя оборачиваться назад, я оборачивался. Но это не тот случай, я думаю... Я думаю, здесь не стоит. Ого! Заревел! Он меня, типа, выпотрошил? Это ребенок, что ли, такой? Охренеть. Так, все, пошли наверх, срочно. Он такое впечатление, что прям за спиной. Но оборачиваться мы не будем. Нет, 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 нет. Не так просто меня взять. Там никого? Ну и отлично. А почему дверь за мной не закрылась? Это типа такая фишка, чтобы я обернулся, я не обернусь. Это слишком много ламп. Давай, 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 давай. Дойдем сюда еще раз, ну давай. Что тут такое? Я тебя вижу, ну да, это баян прям. Баян Баяныч. А вот сейчас я как бы обернулся, да, невольно. Или надо было задницей выходить вперед? Бэйба, ну хватит орать, ну ты чего? Да, эта дверь должна быть всегда закрыта, но она не всегда закрыта, как показывает практика. Что-то она не зак... А мы, быть может, мне надо ее закрывать как-то за собой. Я вот жопой, жопой, жопой как бы... Нельзя оборачиваться, поэтому я жопой бочком ее закрыл. Все? Нормально? Так пойдет? Опять спионерили все лампы. Так, давай эту закроем. Ну и чё? Это что, тварь? СЦП. 79 или 87, или как она там? И чё делать? Оборачиваться нельзя, да? Капец, она гадостная. Какая-то мазута с глазами. Блин, а теперь я... Оно же явно сюда зашло, да? А, ладно, я должен сюда зайти. Я должен перебороть страх. Да вот оно, я вижу его лап. Фу. Блин. Ай! Типа не я... Типа я тебя увижу... Увидимся в аду, было, имелось в виду, да? Если эту с предыдущей надписью совместить. Увидимся в аду, хорошо. Я надеюсь туда не попасть. Окей, так, закрываем. Ага, она и сама бы закрылась, да? Это слишком что-то подозрительно спокойно, закрывай. Как-то уж чересчур.
И... Ладно. Ты так спокойно-то? Сейчас будут убивать. Убивать будут? Я туда не хочу. Этот мрак, это пипец. Ладно, сходим. Перевернули здесь все в жопу, конечно. Что пишут? Он забрал моего ребенка. Звуки, которые он издает, они, короче, сводят меня с ума. Я никогда не слышал, чтобы мой ребенок издавал подобные звуки ранее. Может, он и не издавал... А дверь немножко это... перекособочила. Это как вообще? Что это? В смысле? А можно просочить? Я не могу. Хорошо. А он сказал мне... Да я никогда не смогу отсюда сбежать. Не важно, сколько я буду идти и как далеко я зайду. Это никогда не закончится. Серьезно? Настолько continuously? Попробуем. А в конце... Он просто это прекратит, да, типа? А мне фонарик отобрали. Меня фонарик забрали, демоны! Да хватит! Оно еще и искрит. Ладно, пофигу, не будем это читать, ничего такого дельного они не пишут. Будем ориентироваться на впечатления. Да, он приближается, здорово, спасибо. Значит, останавливаться тем более нельзя. А мы бегать не можем. У нас какой-то герой-паралитик или героиня. Нет, я так понимаю, мы идем по следу. Какой-то ж... Женщины! Это мы читали уже. Нехило тогда. Здесь еще ни разу ничего не писали. Короче, мы совершили то же самое, что и она. Типа, перепрыгнули в какую-то комнату. В общем, неважно. Неважно. Тут больше мне нравится впечатление от игры. И здесь... Он здесь, он здесь, он здесь, он здесь. Естественно, где же ему быть-то? У меня за спиной. Такое дело. Опять? Опять ты скоблишь? Но я не буду поворачиваться, на этот раз не выйдет. Заткнулся, блин. Ну-ка, открывай. Это долбанное СЦП. Он опять здесь, да? Ну-ну. Здесь он, судя по всему, напильником своим по стенам проходится, мать твою! Ох ты, ё-моё! Мы опять куда-то переместились? И всё? Типа, спасибо за игру. И опять-таки мы благодарны там тролливали. Ну, это нихера себе, блин. Я ожидал немножко большего, но... Ну, пара скримаков, да? Была. Сука, черная клякса. Просто вот черная клякса убила. Я так понимаю, от нее не сбежать, да? Вот просто не сбежать и все. Если вы играли в эту игру... Делитесь вашими впечатлениями в комментариях. Напишите, что я мог сделать по-другому, чтобы вдруг пройти, продвинуться дальше. Хотя... А может быть, действительно не стоило оборачиваться и прямо на него переть? С другой стороны, он даже до меня не дошел. Я не знаю. Напишите, если вы играли, что, как, к чему.
Кстати, ее, по идее, нельзя даже выключить эту игру, поэтому... Поэтому мы вернулись в основное меню. Вот, ну что ж, для одного раза так, ну ничего. Сколько там прошло минут? Минут 18 или 17, плюс-минус. А в общем, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии. И... Ба-бай! Bye.